А теперь к другим новостям. В Баутовском районе Бурятии открыли Дом культуры. Новое здание возвели на месте старого Витебского сельского клуба. Его построили еще в 1979 году. Оно давно обветшало. На новый культурный объект потратили почти 13 миллионов рублей, в том числе 1,5 миллиона из республиканского бюджета. Немножко затянули со стройкой, но главное дело, что достроили. И я бы хотел подрядчику тоже сказать спасибо за то, что все-таки объект достроен, и то, что подрядчик подошел ответственно, там, внес изменения в проектные решения, там, систему отопления поменял. Ну, то есть старался так, чтобы клуб в итоге был удобный, теплый, комфортный для людей. На деньги дальневосточной субсидии здесь провели внутреннюю и наружную отделку, освещение, отопление, фасад. Кроме того, возвели частичное ограждение, закупили 150 кресел для зрительского зала и световое оборудование.